Добро пожаловать в игровую комнату, мы продолжаем играть в Need for Speed, точнее, как там, скоростная братва. Пытаемся прорваться по карьерной лестнице вверх, чтобы чтобы попасть в команду Доминика Торетто, в его семью, так сказать. Ну, кстати, интересно, как Фаргус перевел бы Need for Speed Underground? Скоростная братва, задний привод? Будет даже интересно, если вы в комментарии напишите, как бы Фаргус перевел бы эту игру. Или напишите, как на самом деле они перевели. Я вот честно не знаю, переводили ли они эту игру или нет. Окей, у нас тут соревнования. Atlantic Challenge. О, господи, три кольца, три круга. Ну окей, погнали. Выжми из своей машины все в заезде на три круга по Атлантику. По Голландии Атлантику. 900 аж, ребята, ну на высоких. Высокой прям 900. Сравнивая свои успехи с достижениями других гонщиков. А уже две мадамы. Их клонируют, что ли? Блин. Это из-за того, что... О, а тут уже дождь идет. Ох, охренеть, ребята. Я этого даже не помню. Чтоб погода немного менялась. Так, надо опасаться вот этого вот. На Volkswagen желтом. Это та еще гнида. И вот тут вот, наверное, надо будет сбрасывать скорость. А, блин, много скорости теряю из-за этого, блин. Легче в тот поворот ходить. Коротко, но опасно. Не, лучше, наверное, под там гонять, сверху. Блин, опять этот мужик на Volkswagen меня опережает. Давай, музон качай. Я должен эту гниду обогнать. Давай, скотина. Я тебя обойду. Давай, давай. Ускоряемся на 222 и вмаживаемся прямо в стену. Я войду в поворот на такой скоростухе. Нет, не войду. Сука. Так, а там какой еще один путь? Ну тут, блин, да, очень долго. А эти, блин, по короткому пути пилят. Вот же ж гниды. Давай, давай, лансер мой. Я что, зря тебя прокачивал? Выдавай мне, блин, максималочку. 230. Я уверен, что до 230 км в час можно разогнаться нормально. Камон, камон. Хорош, 216. 200. А, придется сбросить скорость. Да ты ж, зараза. Я 100 сбросил аж. Прям чувствую задницу. Вон, вон, уже на миникарте виден этот нагоняющий. Так, вроде нормально вошел. Да, хорош, хорош. Хорошо вошел в поворот. 6 секунд запаса. Давай, давай, лансер. Я уверен, 230 ты сможешь разогнать. Не хватает только доживи и скорости. Да, да, хорош, идеально. Сучка на Volkswagen не выкусил. 8 секунд. Не, в этот раз прям... Белиссимо.
идеально. Поздравляем, теперь ждет приз аппликация RadioShake.com. Поздравляем, ты получил денежный возврат. Поздравляем, теперь ждет приз 2003 Ford Focus ZX3. Даже не знаю, что это за модель машины. Так, кольцо трассы. Продолжить, да. Так, и что у меня там? Тюнинг, шмюнинг, аппликации. Наклейки, аппликации. А, там капот стандартный нужен. Ну и борта. А, нет, ну тут вот есть. Или там какая-то другая аппликация. Или на капот имеется в виду. Не, я капот себе менять не буду. У меня тут прикольный капотик. Так, что у меня тут? Аксессуары. Кузов. А, ну вот единственное. Можно, ну, новые появились там. Нет, еще нет. Не пишется, сколько нужно этого. Так, тюнинг. Тюнинг, я думаю, тоже, да, еще нет нового. А, не-не-не, оно там не появилось. А что это у нас за машина? Форд. Ну, так себе. Не-не-не-не-не. Без Форда. I need a more speed. For speed. I'm gonna need for speed. Блин, прикольный музон. Качается так соревнование. Опять турнир, блин. А, Drag Racing. Отлично. 6000! Одной победы мало. Выиграть турнир, вот это да. То есть несколько заездов Drag Racing. Прикольно. 6500 за это. Блин, ну... Переключение. За первое место... Ага, видите, очки. Блин. А теперь сейчас будет с этими машинами. О, безупречно, отлично. Да тут даже с безупречной, смотрите, как Honda вперед погнала. Меня поджали в начале. Блин, хорошо, безупречно надо выжимать. Не-не-не-не-не, смотрите, как он там турбулирует. Блин, просто адски вперед оторвался. Тут надо реально безупречно переключать с передач. Не-не-не успею никак. Блин, жесть. Ну ладно, следующий этап. Может, на следующем этапе мне повезет. Там уже следующий будет пожестче. А, окей. У меня на старте прогазовка очень мощная. Я не успеваю тупо переключить. Давай, давай, давай. У меня лансер очень долго разгоняется. Слишком поздно. Да как так-то? Даже безупречно не помогает. Мужик на Хонде прям выдает максимальный ад. Только хорошо. Тут безупречно реально надо гнать. Просто нереально. Что у него там заточило? Я его должен перелететь. Ага. Сейчас. Хорошее второе место. Сколько меня там не хватило? Ноль. Просто не сумел перелететь его. Блин. Второй раз. Очков получено 8. Да не, он какой-то жесткий. Следующий этап. Начать сначала заезд. Да даже не знаю, хватит, не хватит. Давайте следующий этап. Может, на следующем. Вроде последний. Такая, типа, да-да-да, все, ой-ой, извини, тут у меня ждут, я уже бегу. Пацаны, стопэ, без меня никуда. Слишком поздно, как это слишком поздно? А, нет, тут уже без шансов, а теперь уже поезда. Лансер чересчур хреново переключается. Thank you.
Ах ты ж гнида. Ну же ж гниды меня тут поджимают. Давай, 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 давай. Хотя бы тебя обгоню. Давай, давай, давай. А там справа еще один был. Последнее место. Вот же ж ублюдки. Да не, парень на сивике вообще. Ты проиграл? Да я заметил, начать сначала заезд. Просто нереально чувака на Хонде обогнать. Вообще нереально. Ну, тут безупречно. Безупречно. Но все равно нереально догнать. Тут смотрите, как он оторвался вперед. Три раза безупречно, а все равно его не догнать. Это что за Хонда такая? Вон, четыре раза безупречно бахнул. Просто нереально. Это реально сейчас, походу, машину надо менять на что-то этакое быстрое. Хотя вот-вот-вот-вот-вот обгоняю. Хорош, блин. Чувак на Хонде просто какой-то, блин, лютый чувак. 0027. Это надо идеально. А, ну это этот главный противник какой-то, Али. Али-мали, блин. Али в жопе, блин, турбули. Турбулирует, как не в себе. Давай, давай, мой лансер, покажи этой скотине, кто тут, блин, драг-рейсер на этой улице. Давай, давай. Безупречно, идеально, блин. Встречка, скотина. Ах ты ж, зараза. Я теряю скорость из-за этого. Хотя нет, вот-вот-вот, хорошо. Идеально, сука, вперед. Полет хорош. Победа. Ну, со второго раза смотрю получше. Я уже приноравливаюсь к этому стартованию. Хорош, 0-0-3, блин. Но мужик все равно меня преследует. Тут тупо только победа. Ну, он вообще никак не отстает. Но это потому, что сложность максимальная. Опа. Ага, Али решил заменить бабу, чтобы она новое дала ему шанс. Давай, 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 детка моя. Безупречненькая, давай, 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 давай. Я успею переключиться, блин. Точнее, переехать на другую. Безупречненько, давай, давай. Блин, да не, в этот раз реально какой-то там адский мужичок. Точнее, блин. Давай, 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 давай. Блин, просто ад какой-то. Тупо надо безупречно. 0,0016. Этот Ал... Какой-то адский чувак. Да, спасибо за победу. Тебе достаточно доступна новая опция. Тюнинг буд. Что за буд? И топливная система. А, вот тюнинг есть. Поздравляем, тебя ждет приз. Стрип, хотел сказать. Стрип трейсинг. Спринт трасса. Не, никакое начало сначала, блин, заезда. Ну его нафиг. Просто нереально. Тюнинг. Лансер, конечно, крут, но, блин. Здесь, как говорится, встречаются наука и скорость. Если хочешь выжать из своей машины максимум, задержись тут. Задержись тут. А куда мне? А, скорость. Скорость за счет АБС или тут что-то непонятно. Вообще, разница есть какая-то? Вот это Jackson Racing, Venom, Styling. Грицкан, Jackson Racing.
А там два Jackson Racing и Venom. Первый мне нравится. Так, что у нас реально? Турбонаддув. И максимальную скорость. Очень полезная штука. А, только скорость почему-то у меня не показывает. А тут аж 5. Турбонетик. Апекс. Апекси. Апекси. Стилн. Гриди. HKS USA. Стилен. Он турбо нормально в названии. Так, тормозная система. О, как она ездит-то без кык. Летаешь. Так. Это управляемость. Хорошо. Три выбора. Аэроспид. Подождите, Wheelwood Engineer. Ниспид. Брембо. О, Брембо. Вот мне Брембо нравится. Как Рэмбо, но Брембо. А, вес. А, тут уже еще недоступно. Кстати, не очень у меня ускорение скорости управления. Прям не... Так. Угу. Зачетная стоимость. Зачетная стоимость. Это добавит мне? Зачетная. Доплата. Ага, видите, оно... А, ну смотрите, Volkswagen GTI. Нормально так. Так, не, пока что на лансере прокатаемся. Единственное, это есть еще кузов, может тут поменяться. Или нет еще? Нет, еще нет. Ну ладно. Ну и фиг с вами. Не больно уж и нужно было мне это. Не-не-не, надо попробовать другие эти. Если нет, купить другую точилу и продрифтить ее. Проапгрейдить. Так, как вариант Drag Racing. Ладно, ладно, счастливчик. Тебе не может вести бесконечно. Не, мне не особо хорошо везет. Следи за трафиком, когда будет гнать по первому хайвею. И пусть, наконец, клатч поймет, что дело не только в везении. Да, особенно я. Особенно у меня там не в везении. Так. Детка, давай старт. Я сейчас покажу, как надо инвалидски гонять. Слишком поздно. Так, я не на ту кнопку нажал. Блин, ну что не так? Я на Q нажимал. Да что у вас? Я тут смотрю, что кнопка не пере... Не, можно было выдавить максимум. Ах ты ж, блин. Давай, давай, хайвей. Я выдавлю из тебя максимум. Да, блин. Тут просто адские. Победа? О, блин, я даже не глядел, куда, блин. Ну, сконцентрирован был на дороге. Блин, а тут на этом, черт побери, легко было выиграть. Поздравляю тебе, приз Highway. Не, ну тут легко, на дрифт. Я поэтому не люблю дрифт. Это ж какая жопа. Все просто. Разделайся с конкурентами и победа твоя. Ну вот это, кстати, прикольно тоже, на выбывание. Водитель, завершивший круг последним, выбывает. В том повороте сраном появляется машина, которая тупо перекрывает проход. Идеально. Игра знает, когда мне надо поднасрать. Так, ладно. Максимальная концентрация. Так, сраный Honda, сраная. Вали отсюда. Тут ты... Блин, ублюдок. Там, смотрите, гнида. Да-да, тормози. Я войду в поворот на максималочке. Вот же ж, блин.
Давай, в грузовик врезайся. Нормально он там вмазался. Да блин, опять сраный таксист. Видишь, грёбаный таксист. Блин, какая же жесть. Опять там какой-то ублюдок дышит в спину. При том, что я, блин, смотрите как. Пилю просто тупо на максималке. Стараюсь даже не сбавлять скорость. Тут ручником, что ли, надо пользоваться. Да вы издеваетесь. Чувак мне сейчас прям в спину дышит. Блин, а, зараза. Давай, 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 давай. Тукей. Давай, давай, ускорение, давай, Лансер. Лансер, ты сможешь. Газку добой. Хорош. Какой, четвертой попытки или третьей? Вроде четвертой. Фу, блин. Просто реально напряг. Ну, тут я на максималках играю. Ну, точнее, выбираю самый сложный уровень. Ох, какая жесть. Просто, ребята, ад какой-то. Так, спринт наш. Окей. Доберись первым из Чайнатаун к многоэтажкам Атлантики. Окей, максимально. Улучшай внешний вид своего автомобиля, зарабатывай очки стиля, чтобы получить приз. Ага. Ага. The Crystal Method. Так, детка, давай старт. И я уделаю их с первой же попытки. Конечно же нет. Надо быть этим оптимистом, но на самом деле я реалист. Вообще я пессимист. Пессимист. Как мистер на Фольксвагене, подвиньтесь. Прикольный музон. Ай, блин, нет, я не вошел в поворот. Аж ты ж, сука. Я же сказал, с первой попытки я же не проеду. Черт побери, какой же поворот был. Обиделся мужик на Фольксвагене. Да ты, сука. Ты чё? Гони, да блин. Так, я опять третий. Блин. Какая же жесть. 5 секунд почти. Да, довольно далеко оторвался. Впервые трассу вижу.
Давай, 3.5 секунды. До финиша еще далеко, я еще успею нагнать этих зараз. Ах ты ж, сука, на, блин. Да блин. Ж гнида. Тупо помогает лидеру. А финиш близко, мне нереально. Давай, давай. Детка, давай, детка, давай. Давай, давай, хорош. А, выкусили. С первой же попытки, блин, какая же жесть. Он там куда-то вмазался, видать. Фу, блин, реально было жестко. Поздравляем тебя, ждет приз. Стриптиз-трасса, да, спринт-трасса Бродвей. Опа, поздравляем, тебе доступна новая опция стайлинг наклейки. Окей. Так, наклейки. Окей. Вот тут сбоку. Окей. А, чисто такие вот. Они что-то добавляют? Они ж нифига не добавляют. Ну вот сюда, например. Да нет, нифига не добавляют. Просто, наверное. Он Кенвуд, блин, не, Момо. Муму. Заднее стекло. Ну чисто такое. Муму у меня будет. У меня будет классная тачка Муму. Поставим еще на правую. Так, наклейки, аппликации. Капот. Капот только стандартный. Ну ладно. Пока что игра не вылетает. Блин, остался сраный дрифт. И что, выбрать не самый сложный уровень? Блин, ну хочется победить. Я поменял чуть ли не всю машину. В общем, шансов у тебя нет. Я это уже знаю, чувак. Я уже почувствовал на своей шкуре, что у меня шансов нет. А, блин, какая же жесть. Так, ребята, я справлюсь, однозначно справлюсь. Я понял.
Блин, после десятини. Минимум 15, блин, я понял, как это делать, черт побери. Самый сложный заезд из всех. Поэтому я и ненавидел, блин, дрифт. Я не понимал, как там правильно делать. А тут с 15-й-то попытки все понял. Как говорю, осознал и понял, в чем сила, брат. В дрифте, черт побери, в дрифте. Я тут за это время, блин, куча призов выиграл. Так. Самое главное, там какая-то машина выдалась. Выдали машину. Что там за машина, непонятно. Так. Не это вроде. Dodge Neon. То вроде нет. Ford. Mazda. Focus. Volkswagen. Peugeot. А что за машину выдали, непонятно. Так, тормоза, да, все. Больше ничего нет. Что там у нас дальше на соревнования? Турнир. А, ну турнир уже в следующий раз. Что по рейтингу? Да, безрейтинговый. Zero. Просто никакущий. Увидеть свою машину на обложке модного журнала — это очень круто. Ало. Но для этого тачка должна не... Отлично! Ты угодил. Видите, какой я красавчик? Синий такой. Так. Красавчик просто. Так, кольцевые гонки. Всего 11, кольцевые победы 7. Кольцевые гонки, очки стиля 19 тысяч. Ну вот можете определиться, как вы будете, сколько вы круто гоняете, блин. В скоростная братва, блин, заднеприводные. Задний привод, простите, да. Так, ну тюнинг тут все, блин, там тут единственные аппликации какие-то новые попались. Не, тут не открылись, молнии просто, какие-то новые молнии аппликации открылись. Ну тут только на капот можно, на капот я менять не буду. Цвет пока что не нравится. Кузов, кузовы вроде как можно поменять или нет? Нет. Нельзя. Ну все, значит, на этом пока что остановимся. Блин. Ну плюс-минус минут 20 я дрифтовал, чтобы понять, как правильно дрифтовать. Все, как оно, насмехаетесь надо мной, как говорится, осуждаете такой. Вот это понятно, парень. Парень вообще никакущий. Такой. Обогнать с первого же захода на трассе неизвестной в один конец, а на дрифте, блин, 20 минут, блин, не понимать, как надо правильно дрифтовать 20 минут. Просто жесть. Все, насмехайтесь, смейтесь. И это... И оставляйте комментарии. Как там, интересно, Фаргус перевел? Мне никак. Может быть, идея будет, какая тачка будет получше. Ай, фиг с ней. Все, спасибо за просмотр. До следующих встреч на просторах Атлантики, Нью-Йорка. Черт побери, надо будет глянуть, где я нахожусь. Где этот город находится. Все, пока. И дрифта. Не, какой черт дрифт. Это адреналина бы немного, ребята, вам. Пока.